Всем привет, с вами Нараянг, и сегодня я хотел бы рассказать вам, из-за чего заблокировали Versus Оксимирона и СТ. 15 декабря, буквально день назад, вечером, был заблокирован ролик, который насчитывал 15 миллионов просмотров. Это был ролик на канале Versus Battle. В ролике был поединок Оксимирона и СТ. Согласно уведомлению от YouTube, доступ к видео ограничен был по требованию государственных органов. Через небольшой промежуток времени была названа вероятная причина блокировки в России. Причиной стала реклама в ролике букмекерской конторы «Леон». Так нам сообщают СМИ. Так как организация и проведение азартных игр с использованием интернета, чем занимается как раз-таки «Леон», запрещена в Российской Федерации. И таким образом адрес этого видеоролика был внесен в реестр Роскомнадзора по решению ФНС. Организатор проекта Versus в Твиттере высказал такую вещь: «Ничего страшного, переснимем». Стоит отметить, что Леон является постоянным спонсором выпусков Версуса. И последние батлы, буквально вот штук 10 последних, они все были с этой рекламой. И я даже не знаю, как с ними будут бороться, потому что, ну, это глупо на самом деле. Ребята, есть же перезаливы, все такие штучки, то есть... Вполне можно ролик перезалить, и он будет с этой же рекламой. Весь кроссовер слова СПБ и Версуса, последний Versus BPM Battle, все они были с рекламой, все они набирают приличное количество просмотров. И, возможно, они тоже окажутся под угрозой блокировки. Ставь лайк, если тебе нравится такая рубрика, где я кручу карты и рассказываю о разных интересных вещах. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые видео. Скоро будут классные, офигенные фокусы и их секреты. Всем спасибо за внимание, с вами был Нараянг, всем удачи, всем пока.